Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем играть на сервере Crystalix. Конечно же, мне мешает, как же без этого придется выключать людей, ёлки-палки. Вот сегодня будем играть на сервере Crystalix на призоне Normal. Итак, я понял, что у меня выполненные квесты есть, поэтому давайте сдадим их. Это копатель, земля 9, сдадим, 180 баксов получаем, в принципе, приятная сумма довольно-таки, гравия нам не хватает, можно покупать гравия и песка тоже, в принципе, мы должны завершить эти квесты уже до конца, я считаю, то что, ну, надо реально уже покончить с ними нафиг, в общем, приоритет сейчас песок и гравий, только копание песка и только копание гравия, ну, конечно же, землю нам тоже придется землю копать, потому что она ее больше, или, по крайней мере, столько же, сколько песка, поэтому, ну, это неизбежно, на самом деле, это реально неизбежно, у нас в общей сумме 53 тысячи блоков скопанных, то есть это довольно-таки неплохая цифра, плюс у нас еще бустер блоков, то есть, в теории, нам, мы должны выполнить это задание в два раза быстрее, поэтому очень прикольно. Не знаю, когда этот бустер блоков включен был, но фиг знает. На самом деле, я правда не знаю, вот, поэтому все-таки пока что будем это все тему копать, конечно же, будем обязательно ее копать. Потом у меня есть личные бустеры, я их потом тоже использую когда-нибудь, может на стриме, а может на записи, поэтому обязательно пишите в комментарии, когда и где их использовать. Я прочитаю обязательно ваши комментарии, посмотрю, что вы об этом деле пишете. Также, ребята, напишите, используете ли вы сами бустеры или копите на черный день, я не знаю, зачем копить их, но напишите обязательно об этом в комментариях. У меня, в общем-то, 54 тысячи блоков, это очень много уже, то есть, ну, с бустером реально классно копать. Такая лопата плюс бустер, это вообще, это шок. Это реально невероятно классно. Это просто невероятно классно. Ну, в общем-то, копаем песок. Песок и гравий, песок и гравий. Эх, земельку тоже приходится скапывать, ну, потому что, я уже объяснил, без этого никак. Без этого реально никак. Копаем гравий. Копаем гравий. Так. Так. Все это дело у нас копается. Найс. Ну реально, с бустером блоков очень классно копать. Я вообще не ожидал то, что есть какой-то бустер блоков, то есть серьезно. А сейчас я понял, ну вошел, начал копать и понял реально то, что бустеры, то что блоки формятся нереально быстро. Ну действительно, то есть, когда вы заходите на сервер, видите бустер блоков, то выходить вообще не хочется, потому что бустер блоков это наше все, как говорится. Мы же майнкрафтеры Crystalix, а да, мы что делаем? Мы берем лопаты и копаем, вот наша работа. Вот поэтому, ну, ничего другого нам не остается делать на самом-то деле. Вот так. А напишите, как вы проводите свои летние каникулы. Ну, у кого каникул нет, соболезную. А вот. Ну, напишите обязательно об этом в комментарии, потому что мне будет интересно об этом прочитать. Я дело в том, что свои летние каникулы никак не провожу, потому что у меня их нет. Ну, вот так. Я пока что просто ничего не делаю особо такого сверхъестественного. Просто 5 роликов в день. Монтаж вечерком. Ну, или не вечерком. Обучение, учеба какая-нибудь и все. Ну, и работа там чуть-чуть, знаете, картошку покопать, как говорится. Самое оно в августе копать картошку. Вот, поэтому вот такие дела, ребят. Вот такие дела. 55 практически у меня тысяч блоков. Сейчас у меня уже будет 55 в скором времени. И это не может не радовать на самом-то деле, потому что блоки мы копаем очень-очень быстро. И это очень классно для нашей статистики. Все, 55 тысяч блоков, отлично. На этом мы, конечно, останавливаться не будем. Зачем нам это делать, серьезно? Зачем нам это нафиг делать? Так. Вскапываем эту тему, так. Я надеюсь, что я уже в скором времени выполню этот квест, потому что реально хочется выполнить квест. Очень хочется выполнить квест уже окончательно, то есть все квесты там выполнить на земле и просто забыть, как страшный сон уже эту землю. Хотя нам, наверное, забывать ее не придется, потому что реально многие алмазники копают эту тему. Землю, гравий, песок, очень много копают, чтобы реально апать левел. Видимо, на высоких званиях нет ничего такого похожего. Можно, конечно, копать это все дело на подвале, в подвале, потому что там, там PvP, там больше земли, в общем-то говоря. Вот это PvP, это, конечно, минус, потому что к вам будут докапываться всякие лалочки, скорее всего. Вот, и это не всегда приятно, я вам скажу. Просто хочется иногда просто покопать, а к те лалочки будут докапываться всякие школьнички маленькие. Такое на самом деле дело. Личное дело каждого. Мне это не интересно. Мне это на данный момент времени не интересно. Хотя я раскатываю любого школьничка, вы сами это видели. Вот так. Нашел ключ. Смотрите, ключи нахожу. Это классно. У меня уже почти full инвентарь. А если он будет full, то мы, конечно же, все эти вещи продадим.
Получим мы, скорее всего, немного, долларов 5-7-6, но, с другой стороны, кто говорил о заработке на земляной шахте? На земляной шахте просто блоки фармят, ребятки, вот и все. То есть ничего кроме блоков тут ожидать не стоит. Ну, ключики, конечно же, ключики тут в неимоверно большом количестве фармятся. Но, опять же, ключики, что в них такого? Ну, из них, конечно, да, деньги фармятся, но там не прям так много денег, поэтому, опять же, ради денег и ключей сюда ходить, ну не знаю. Зачем ключи вам нужны, чтобы что? Деньги тоже, опять же, тут не заработаешь. Только блоки, только количество блоков. Ну ладно, перепрыгнем на эту сторону. Я думаю, тут нам будет полегче копать, и тут больше блоков в общей сумме. Поэтому да, тут легче однозначно копать. Так, эта тема докапываю. Опять ключик нашел, годнота. Годнота пошла, ребята. Очень много на самом деле земли вскапывается моей лопатой, как вы видите. Но... Все, давайте продадим сразу же эти все блоки. Хоп. И мы получим 18 баллов. Походу, бустер еще есть этих денег. Офигеть, но бустер денег — это приятно, на самом деле. Это очень и очень приятно, конечно же. Онлайн 50, конечно, меньше стал. Видите, к концу лета намного меньше онлайн стал. Но что поделаешь. Что под начале лета было все плохо по онлайну на серверах. В середине лета вроде нормализовалось, и под конец лета опять все фигово. Ну ладно, так уж и будет, ребята. Я думаю, к зиме, к весне, к осени, как говорят, ну все кроме лета, в общем, будет нормальный онлайн. А зимой так вообще в каникулы зимние, ух, там прям жесть. Там прям жесть. Ну, не в самый Новый год, да, а в промежуток Нового года. Там будет прям дикий онлайн, будет дико много конкурсов, всяких событий. Ну, вы сами знаете, в общем, как это все дело проходит. Нажмем ПКМ на бумагу. Нажмем ПКМ. Так, все у нас это сработало дело. 9 ключей у нас есть, отлично. У нас также есть лопата алмазная, с помощью которой мы копаем блоки. И не будем это забывать, как говорится. Не будем это забывать. Так, отлично. Блоки вскапываются, я думаю, скоро уже введут GDCraft, GTM, то есть, ну, GDCraft впервые, скорее всего, введут Annihilation, не представляю, даже когда введут, но есть такие маленькие, скажем так, ожидания, небольшие, то, что его введут скоро. Ну, посмотрим, ребят, посмотрим, если его введут, конечно же, мы это дело все запишем, как же не записать. Также очень хочется, чтобы ввели Antwars. Прикольная мини-игра, потому что довольно-таки годная, и на ней, ну, прикольно залипать, там, может, турниры, не турниры, короче, тема прикольная. Если бы там проводили какие-то ивенты с этим связаны, было бы вдвойне, втройне лучше, потому что ивенты с Антварсом — это очень классно, там, знаете, кланы ваши выступают и так далее, и тому подобное, группы, короче, классно, вы сами понимаете, очень классная тема, очень классная тема. Ладно, я пока что докапываю эти блоки, видите, горы там на заднем фоне, небо. Оно прикольно копать, конечно, шейдерами. Ну, было бы еще прикольно, если бы я еще включил на втором экране, допустим, фильм какой-нибудь, или сериал, или музыку, но я записываю ролик, поэтому этого ничего не включить. А с другой стороны, я разговариваю с вами, хоть вы мне ответить можете только в комментариях, но это же все тоже ответ, это же тоже ответ, и более того, я сам отвечаю на комментарии, поэтому это хорошая альтернатива, на мой взгляд. А пока у меня 57 тысяч блоков, это означает то, что я приближаюсь к цели 75 тысяч блоков, чтобы апнуть новый уровень. Не знаю зачем, но апнет левел в любом случае нужно. Даже не знаю зачем это делается, потому что это новый уровень, новые возможности, новые шахты, это очень классно. То, что новые шахты — это классно, ну и хп прибавится. То есть хп тоже такая тема, ради которой, наверное, стоит апнуть левел, потому что лишнее хп в бою не помешает. Видели, да, как я раскатывал лавочек с 13 левелами, с 11, хотя у меня какой-то там 7 уровень. Ну, на тех моментах вообще был 6-5. То есть раскатка идет по полной, на самом деле. То есть нубы отлетают, и ничего с этим не поделаешь. Так, эту тему тоже докопаем. Так. О, хорошо, ребята, идет. Гравит у нас, вах, копается. Классно, на самом деле. Так, чётенько. Сейчас мы, ребята, это все дело продадим. Вот я дойду до лестники, продадим. И посмотрим, дошел ли я до какого-то логического завершения квестов. Потому что хочется уже реально побыстрее сдать квесты. Очень-очень сильно. Так, поэтому тему почти докопали. Гравий. Мне кажется, мне гравия не хватит, потому что гравия нужно реально много. Хотя все может быть. Все может быть, на самом-то деле. Все может быть. Эту тему тоже докопаем вот так вот. Вот так вот, все отлично. Ну, давайте прыгаем на лестницу. Тут, кстати, лестница до сих пор сломанная. Весело.
Так, и открываем квесты. Мы можем сдать гравий, отлично. И песок еще не можем сдать, потому что нужно его реально много. Это то же самое с гравием. Так, ребята, собственно говоря, все это дело продал. Скопал 59 800 у меня блоков. Также у нас есть такой крутой топорик. Посмотрим, как он фармит деньги вообще. Блоки, конечно, он медленнее гораздо фармит, чем любая другая лопата, допустим. Кстати, дерево почему-то в воздухе летает. Странно, но окей. В принципе, ладно. Какая разница? Так, ну, бустер до сих пор действует. Деревья в разных местах раскиданы. Это очень-очень странно, но... Окей, примем это во внимание. Так, эту тему тоже раскапываем. Тут невидимые блоки не создаются, то есть вполне можно ходить внутри деревьев. Вот так вот они себя ведут на самом деле. То есть необычно довольно-таки, довольно-таки реально необычно. Тему тоже можем так копать, можем вообще сверху деревья копать, да? Отлично. Шикарно просто, просто шикарно. Все, у меня 60 тысяч блоков, ребят, то есть остается реально не так уж и много до апа уровня. И можем пока что спокойно копать блоки и не париться, как говорится, и не париться. Так, эту тему мы докапываем, сейчас реально до конца докопаем, продадим, посмотрим, какой профит с такого топорика интересного. Конечно, быстро восстанавливается то дерево, то есть я думал полностью его сейчас докопать, но это, видимо, не получится сделать, потому что восстанавливается оно реально очень и очень быстро. Это классно на самом деле, потому что быстрое восстановление деревьев, ну, так и должно быть на самом деле, так и должно быть. Так, ну, быстрое копание, отлично, сейчас они не будут успевать восстанавливаться уже, надеюсь. Так, сейчас мы докопаем. Прямо тут, видите, в блоке, в персонаже восстанавливаются блоки, офигеть. Так, не, видите, все равно они быстрее восстанавливаются. Прям не успеваешь, так капец, быстро. Все, не успел, ладно. Видите, у меня почти 300 блоков, продадим сейчас дерево и посмотрим, сколько нам дадут. Возможно, с бустером, возможно, без. $5, ну, не знаю, по-моему, землю лучше копать. В общем, так, сейчас подойдем к этому челику с квестами по времени, посмотрим, сколько у нас времени. Так, мы уже очень близко, открываем его. И нужно, сколько там минут, нужно 960. Вот так, ребят, все. Огромное спасибо за просмотр, за лайки и за комментарии. Не забывайте репостить это видео в социальных сетях, ну если вы, конечно, хотите. И подписываться на канал. Всем удачи, пока-пока.